процессе растворения веществ в воде происходят тепловые явления. Тепло выделяется или поглощается. Это доказывает, что между частицами растворенного вещества и молекулами воды происходит химическое взаимодействие. При растворении концентрированной серной кислоты в воде происходит выделение такого большого количества теплоты, что раствор может закипеть. Если приливать кислоту к воде, то кислота, как более тяжелая жидкость, опускается вниз, и закипание не происходит. Если приливать воду к кислоте, вода, имея меньшую плотность, первое время остается на поверхности. Растворение происходит в верхних слоях жидкости, что приводит к ее закипанию и разбрызгиванию. При растворении кислот в воде нужно приливать кислоту в воду, а не наоборот. Растворение некоторых веществ сопровождается поглощением тепла. При растворении нитрата аммония поглощается такое большое количество теплоты, что стакан с только что полученным раствором может примерзнуть к металлической подставке.